Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. ТВЭнергосбыт на своем официальном сайте сообщает о вступивших в силу с 1 июля тарифах на электрическую энергию, которые составят для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах с плитами на твердом топливе и или оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, а также для потребителей, проживающих в поселках городского типа, 3 рубля 64 копейки за киловатт-час. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, а также для сельского населения 2 рубля 54 копеек киловатт-час. В правительстве России перешли к новому этапу работы над мерами по ускоренному социально-экономическому развитию Тувы. Об этом сообщил в своем блоге глава республики Шалбан Караул. Он рассказал, что 1 июля вице-премьер Виталий Мутко подписал перечень поручений для каждого из федеральных министров с указанием необходимых действий, которые призваны снять многие проблемные вопросы развития Тувы и ускорить реализацию ключевых инфраструктурных проектов в регионе. Среди приоритетных направлений – строительство железной дороги Курагино-Кызыл, которое должно начаться в этом году. Целый ряд поручений касается вопросов развития дорожной сети и транспортной инфраструктуры. В соответствии с ними начало реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги для Тувы» решено перенести на более ранний срок. Строительство основных объектов, особенно с высоким экспортным потенциалом, по этой программе начнется уже с 2020 года. Например, Минтрансу, ФСБ и таможенной службе дано задание ускорить процедуру сертификации аэропорта Кызыла и открытия международного терминала. Минфину предписано предусмотреть в бюджете 2020 года средства для субсидирования авиарейсов в Туву. Предусматривается также развитие приграничных территорий, пунктов пропуска Шара-Сур и Хандагайты. Вместе с Монголией планируется изучить вопросы экспорта через энергосистему Тувы электроэнергии. Перечень поручений затрагивает также предложение Тувы по наращиванию энергомощностей, созданию фонда развития промышленности, строительству индустриального парка в Кызыле, увеличению объемов поддержки бизнеса, развитию туризма. Значительная часть перечня относится к вопросам развития сельского хозяйства и природоохранной деятельности. Так, в ближайшее время будут организованы проверки в отношении крупных инвесторов, работающих в Туве, на исполнение ими условий инвестиционных соглашений. Среди них не только требования к соблюдению экологического законодательства, но и обязательства по участию в региональных проектах. Минприроды поручено внести предложение о механизмах отзыва лицензий в случае нарушения компаниями пунктов данных соглашений. Комментируя документ, Шалбан Караул отметил, что правительственная комиссия во главе с Мутко учла практически все просьбы и инициативы Тувы, даже те, что носили точечный характер. Например, Минэнерго России совместно с правительством республики поручено разработать механизм льготного обеспечения населения углем для личных нужд. Минтруду Российской Федерации дано указание включить республику в программу субсидирования расходов на выплату ежемесячных пособий на третьего и последующего ребенка. Глава Тувы Шалбан Караул распорядился принять в республике детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Как он отметил, пока не решился вопрос с жильем пострадавших от разгула стихии, детей можно устроить в летние оздоровительные лагеря. Нашим землякам-иркутянам нужна помощь. Даже особое внимание президента к последствиям стихии говорит о серьезных масштабах. Надеюсь, что общественные организации нас поддержат. Мы не можем оставаться в стороне, ведь мы – сибиряки. По информации первого заместителя министра образования Тувы, руководителя рабочей группы по приему детей из Иркутской области Светланы Щепковой, детский оздоровительный лагерь «Юность» примет 20 детей. Путевки для них выделяют Министерство образования и Министерство труда республики. Совместно с Министерством культуры для детей из Приангария будет подготовлена отдельная культурная программа с посещением скульптурного комплекса «Центразии» и других достопримечательностей столицы Тувы. Дети смогут отдохнуть в лагере с 15 июля одну или две смены по их желанию. Алей Тумат, Антон Тарханов и Татьяна Мамбужай, как три мушкетера Александра Дюмы, продемонстрировали главные качества героев романа. Это смелость, преданность делу и верность долгу в региональном этапе крупнейшего в стране конкурса «Цифровой прорыв» в городе Красноярске. Следуя девизу «Один за всех и все за одного», ребята вышли в финал всероссийского хакатона.
каждая одна из нас отдельно проходила индивидуальное онлайн-тестирование по 20 направлениям. Там было и программирование, и проектное управление, и дизайн. Все было связано с информационными технологиями. Мы проходили это отдельно. Тогда мы не знали, что мы будем командой. Мы просто сдавали тесты, и все. По итогам этих тестов отсеялось большое количество людей. Ну, то есть, кто конкретно по знаниям не подходит для участия в конкурсе. Мы прошли, мы втроем прошли, и наступил этап формирования команд. И вот на этапе формирования команд мы как раз друг друга и узнали, то, что вот есть ребята из Кызыла, кто прошел, мы созвонились и подумали, ну, если мы вот здесь все друг друга косвенно знаем, и вот ребята лично друг друга знают, давайте поедем вместе. Так мы сделали одну единую команду «Цифровая Тува» и вместе поехали. Это региональное соревнование. Суть марафона программистов проста. Перед командами-участниками ставят сложную задачу по программированию, которую они должны максимально эффективно и быстро решить. На протяжении 36 часов, включая ночной режим работы, 22 команды соревновались в разработке новых технологий по нескольким направлениям. IT-специалисты из Тувы создали рабочий прототип решения для детей с нарушениями слуха в номинации «Образование и наука». Он не на стадии бумаги. Дело в том, что цель хакатона в том и заключается, что должен быть рабочий прототип. За эти 36 часов мы не просто должны были придумать идею, вот хотим реализовать это, мы должны были показать работоспособность этой идеи. И у нас уже было разработано технологическое решение синхронизации двух плееров, где показано и видео, и сурдопереводчик. Полностью база данных была реализована. То есть на самом деле сейчас проект находится в такой стадии готовности к запуску. Условно. Просто мы сейчас ждем уже определенной обратной связи от организаторов, чтобы понимать, можем мы стартовать этот проект, не можем мы стартовать, с каким проектом мы пойдем в финал. Ну, то есть вот эти только моменты мы как только узнаем, но в действительности у нас рвение такое, что запускать этот проект сегодня, завтра, послезавтра, при первой же возможности. Примечательно, что в будущем идея команды из Тувы может быть направлена не только на детей, но и на взрослых людей с нарушениями слуха. Конечно, это требует определенных там каких-то, может, структурных изменений. Технически это все очень легко реализуемо, это и все-таки единая база. Единственное, просто нам, как разработчикам, нужно будет удобно разделить детский контент и взрослый контент, чтобы детям было удобно пользоваться, так как в первую очередь на них направлено. Но это никак не ограничивает никого в использовании. Более того, жестовый язык сурдоперевода, он считается интернациональным. Соответственно, этот проект он может быть полезен не только жителям нашей страны, но и пользоваться им могут во всем мире. Татьяна Мамбужай, как представитель прекрасной половины команды, отвечала за красоту оформления дизайна проекта. Очень сложно синхронизировать работу трех людей в команде. И иногда не получалось сделать то, что изначально планировалось. Я немного по-другому представляла эту работу себе. Вот, но то, что в итоге получилось, в принципе, этого было достаточно, чтобы что-то показать. Общий призовой фонд цифрового прорыва – 10 миллионов рублей. По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тысяч рублей, а также получить грант от фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Идеи, то есть тут, конечно, каждый свободно излагал свои мысли, то есть каждый преподносил свою идею и защищал, то есть как он думает, как он считает, то есть это, в принципе, и в итоге, и на основании таких вот бурных обсуждений у нас вот родилось такое хорошее решение. Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – это найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Финал конкурса состоится в сентябре этого года в Республике Татарстан. Отказ в пропуске через государственную границу Российской Федерации для должников является одним из наиболее действенных способов их понуждения к погашению задолженности. По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва, на сегодняшний день судебными приставами-исполнителями вынесено свыше 18 тысяч постановлений о применении данной меры в отношении должников, задолжавших в общей сумме более 2 миллиардов рублей. Из них 929 должников не оплачивают свои задолженности по алиментам. Больше всего невыездных граждан в Кызыле, Акдувраке и Шаганаре. В основном по категориям исполнения значатся долги по алиментам, кредитам, ЖКХ и ущербам, причиненным преступлением. В результате вынесенных временных запретов
Управления Федеральной службы судебных приставов Республики Тыва установлено, что за первые 6 месяцев текущего года 20 должников оплатили свои задолженности. Общая сумма задолженности, уже оплаченных, составляет 1 миллион 422 тысячи рублей. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва призывает граждан не дожидаться, когда их остановят на пропускных пунктах госграницы. Таким образом, у граждан, у тех лиц, которые выезжают за пределы России, у них появится возможность не только сэкономить свое время, деньги, еще и нервы, да, но и заранее оплатить свои задолженности без взыскания так называемого исполнительского сбора. Накануне российская газета опубликовала федеральный закон, который должен поддержать многодетные семьи. Теперь семьи, взявшие ипотеку, чтобы улучшить свои жилищные условия, смогут получить 450 тысяч рублей на выплату кредита. Право на такую компенсацию имеют ипотечные заемщики, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок и последующие дети. Помощь предоставляется только гражданам России. Речь идет о кредитах, взятых на покупку дома, квартиры, в том числе по договору долевого участия или земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Компенсацию можно получить один раз в отношении только одного ипотечного кредита, взятого до 1 июля 2023 года. Средства направляются на погашение задолженности по основному долгу. Если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, остаток можно потратить на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом. Выплаты будут осуществляться через дом.рф, это единый институт развития в жилищной сфере. Порядок обращения за компенсацией и перечень документов в ближайшее время определит правительство Российской Федерации. И о курсах валют. Доллар стоит 63 рубля 40 копеек, евро 71 рубль 54 копейки. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В городской поликлинике Кызыла в районе Восток установлен новый цифровой сканирующий флюорограф. Аппарат предназначен для проведения малодозового обследования грудной клетки пациента в стоячем положении, а также для рентгенографии органов грудной клетки, около носовых пазух и позвоночника в стоячем или сидячем положении в условиях медицинского учреждения. Аппарат обеспечивает цифровую регистрацию с последующей компьютерной обработкой изображения, архивированием и получением их твердой копии. Ожидаемый эффект от использования аппарата – это повышение выявляемости туберкулеза, злокачественных опухолей, а также увеличение количества обследованных граждан. Оборудование приобретено за счет средств ОМС. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 13. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 26, плюс 28. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.